значении имени Арви. В тех именах, в которых встречается гласная буква А, труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Звук Е также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Сидеть на месте, медленно обдумывая планы решения – это не для них. Увлечения чаще всего простираются в творческой сфере, так как обладатели буквы В в этом имени не склонны к подъемам по карьерной лестнице. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям с любыми путями. Люди, которые имеют буквы Р в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Основная буква А в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Очень часто человек с буквой Р в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Буква К в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.